Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел сегодня заседание регионального правительства. Основным вопросом был бюджет на 2020 год и плановые бюджеты на 2021 и 2022 годы. Предполагается по инициативе губернатора увеличить финансовую самостоятельность муниципалитетов. Нецелевая финансовая помощь увеличивается на 13,9 миллиарда. Нецелевая помощь на 2020 год порядка 16,9 миллиардов на 2021 год. А вот на 2022 год она пока в условно нераспределенных доходах. Как только будем формировать бюджет 2021, 2022, 2023, исходя из финансового состояния муниципалитетов, мы ее и будем распределять.